Приветствую вас, Валентина. Я должен сказать вам, наверное, не очень приятную вещь. Дело в том, что если ваш муж начал вести себя, ну вот, таким образом, да, начал себя с вами в браке, вот, то, скорее всего, в этом есть некая ответственность ваша, в том, что он начал продвигать такие вот конспирологические теории. То есть, конечно, изначально была какая-то вот, скажем так, тенденция, да, какая-то изначально была какая-то склонность у него к этому, вот, но развилось это именно непосредственно с вами в браке, значит, ваше поведение отчасти этому способствовало. Если в первую очередь то, что можете сделать вы, это проанализировать свое поведение, проанализировать свое отношение, проанализировать коммуникации, систему коммуникации ваших с мужем для того, чтобы что-то себе корректировать, чтобы, по крайней мере, со своей стороны перестать подкреплять его, ну вот, такое вот поведение, да, чтобы с своей стороны хотя бы там, не знаю, перестать способствовать тому, что человек вот, вот в таком мире, иллюзорном мире находится, да, иллюзорном мире живет. Вот. То есть это, ну, такой достаточно значимый, я бы сказал, момент. Вот. И на него, на этот момент вам нужно обратить внимание. То есть без вот этой основополагающей ниточки, да, без вот этого фундамента, ну, у вас просто не получится делать ничего. Следующее, на что нужно обратить, наверное, внимание, это то, что муж, ваш муж, уходя в конспирологические теории, да, он делает главное, он уходит в иллюзии. То есть, грубо говоря, тот факт, что человек вот, ну, следует таким вот конспирологическим теориям, вот, к сожалению, свидетельствует о том, что реальный мир его не устраивает. Реальный мир ему не нравится. Реальный мир для него, ну, как-то вот достаточно болезненным может быть. Понимаете, да? Вот что я хочу сказать. И, соответственно, человек что-то не устраивает в реальном, ну, в реальном мире, вот человек что-то не нравится. И нужно, безусловно, понять, что именно ему не нравится. Нужно, безусловно, постараться определить, что именно не нравится человеку, что именно не устраивает, отпугивает человека.
в реальном мире, да, вот что он, значит, идет в такие конспирологические теории. Вот. Но опять же, сделать это самостоятельно, как мне кажется, вы не можете без помощи, ну, специалистов, что ли. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы сами как-то все-таки заняли определенную позицию, которая, ну, вот, не приводила к эскалации конфликта, да, скажем так. Вот. Сейчас вы говорите, что мы не можем прийти к компромиссу из-за этого. Вот, собственно, опять же, момент такого рода меня интересует, как его конспирологические теории влияют на ваши отношения. Вот как конкретно это происходит, потому что, ну, я, честно говоря, не очень отдаю пока что себе отсчет в том, как это возможно. То есть, как влияет, ну вот, на вас, да, ага, то, что у него есть какие-то свои взгляды на окружающие, да, просто, ну, нетипичные там и так далее, допустим. Следующее. То, что именно вы бурно реагируете на его какие-то высказывания, на его какие-то теории. Ну, говорит в первую очередь о том, что вас это вызывает, говорит в первую очередь о том, что вас это кто-то беспокоит, как-то напрягает, да. И чем-то вам это угрожает. И, соответственно, основная идея здесь в том, чтобы вы для себя постарались определить вот этот момент, в чем угроза именно для вас, из-за чего вы чувствуете эту вот угрозу, ну, вот именно вы. Вот как, ну, как получается, да, что вы чувствуете угрозу. Вот. То есть это вот, мне кажется, такой важный момент, потому что вот, пока что, да, картинка, грубо говоря, она такая, что человек продвигает свои идеи, какими бы они ни были, да? А вас это, собственно, как, ну, вас это напрягает, вас это, не знаю, бесит, да, и так далее. Вот. Это вот какая-то такая позиция, как мне кажется. Вот. И, ну, собственно, мне видится, что это, ну, мне это видится таким образом, что вы вот, ну, в какой-то степени
степени перекладываете ответственность на человека. Вот, ну, за то, что вы ощущаете. Дальше. У мужчины, ну, как, в принципе, у любого человека, должен появиться мотив. Должен появиться мотив, появиться стимул. Стимул что-то изменить в себе, например. Значит, если у человека такого стимула нет, а собственно, ну, на данный момент вы, к сожалению, демонстрируете вот такой вот факт, да, не очень приятный, что вы не стимулируете своего мужчину на перемены. Вы наоборот, вы пытаетесь его переубедить и хотите ему помочь. Вот. Пытаетесь доказать, что он не прав. При этом это еще больше человека, ну, на мой взгляд, да, это еще больше человека как-то вот, ну, это еще больше человека напрягает, еще больше человека раздражает, скажем так. Вот, и эта позиция, ну, к сожалению, никак не никак не та позиция, которая может помочь вам ну, данную проблематику решить, скажем прямо. Вот. Поэтому я думаю, что вы можете позволить человеку быть собой, вы можете позволить человеку предлагать свои идеи, но вы можете отказываться их принимать, отказываться в них участвовать. То есть провести такую параллель, да? И такую границу, да? Границу. Вот. Ты можешь думать, что хочешь, ты можешь делать, что хочешь, но как бы если это влияет на меня, на этого вот влияние на себя, я не допущу именно влияние на себя, на меня влияние я не допущу. И мне кажется, это очень такая будет, знаете, мне кажется, это будет очень позитивная история, потому что человек как бы просто, ну, почувствует, что он вас теряет, знаете, и если вот его чувства к вам, если его чувства к вам как бы, ну, сильны, да, если его чувства к вам важны, если его чувства к вам искренне, то он, я думаю, ну, начнет как-то тут пониматься, да, что он идет куда-то немножко не туда, да, и будет, значит, как-то вот уже смотреть в сторону получения помощи. Повторюсь, пока что вы не мотивируете его на то,
на то, чтобы вот, значит, ну, чтобы как-то вот что-то в себе, ну, что-то в себе менять. Вот, да, такой момент. Плюс вы говорите, что, значит, ну, вы говорите, что ваши отношения могут дать трещину. Для меня это звучит, опять же, несколько так поверхностно. То есть, что значит дать трещину, как конкретно, вот, такое ощущение, что всеми силами вы пытаетесь избежать какой-то конкретики. То есть, что для вас-то конкретно произойдет? Понимаете? Вот. Ну, тут нужно понимать, что вот страх потерять партнера, да, это больше про вас, про, может быть, ну, какой-то, может быть, страх остаться один, одной. Страх, что вас бросят, например, да, там, обида, ну, допустим, обида там на, обида на мужчину, например, за то, что он так поступает. Ну, это вот то, что, ну, в какой-то степени то, что вы говорите про себя, это больше про вас, это больше про вас, больше ваша такая вот проблематика, то, что мужчина может уйти и отношения могут распасться. Вот. Хотя, безусловно, вы можете сказать, что человек себе вредит, его надо спасать. И вот здесь я предлагаю вам поисследовать треугольник Карпина. Вот. И сказать, что вы можете в этот треугольник Карпина угодить, если вы уже не угодили в него, ну, вот, я надеюсь, что нет, но, может быть, это, может быть, уже угодил. Вот. Ну, то есть, треугольник Карпина, да. Разновидность таких созависимых отношений. Вот. И, на мой взгляд, вы в этих созависимых отношениях, ну, отношениях частично находитесь, потому что пытаетесь спасать своего партнера. Вот. И потому что ввязываетесь, собственно, в конфликт. То есть у вас заканчиваются какие-то аргументы, да, у вас кончаются какие-то, ну, слова, да, вы не можете больше подобрать каких-то слов, и, соответственно, начинаете злиться, начинаете уже вводиться на эмоции. Чувствуется у вас, конечно, тревога по поводу отношений. Вот, ну, как бы это тревога в первую очередь ваша. Вот. Мужчина нужно вам мотивировать. Как? Вот здесь нужен анализ. Достаточно четкий анализ о ваших отношениях. Понять, как его замотивировать. Ну, зачастую достаточно просто определенной пассивной направленности поведения. Именно пассивной направленности поведения. На этом все. Не пытайтесь помогать менять взрослых людей. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.